Всем привет! Как у вас дела? У нас сегодня понедельник, 9 января. Сегодня я не работаю. Нам сказали не выходить нашему отделу, потому что я точно не знаю, но кажется, нам не завезли детали. Завтра мы выходим, во вторник работать будем. Хочу сказать, поблагодарить за комментарии, за лайки под моими предыдущими видео. Там вы пишите, просите снимать больше о женской работе в Корее. Мне очень приятно, спасибо. Наверное, сегодня даже ближе к вечеру запишу видео о женской работе в Корее. Расскажу, что смогу, расскажу. И там у меня есть немного видео, может быть, вставлю. А сегодня еще, что я хотела сказать, информационное такое видео. Я сейчас хочу пойти сфотографироваться на загранпаспорт. Я его меняю. Он у меня заканчивается вот в январе. Заявку я подавала через девушку. Она оказывает услуги по обмену и получению загранпаспорта российского. Подает заявление в консульство российское и записывает на получение паспорта. Заявку мы подавали в сентябре, а записали нас вот только на январь, считай. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 4 месяца ждать очередь. Я не знаю, почему так. Или очередь большая, или идет проверка данных, возможно, анкетных, которых мы посылали. Вот. Ну, девушка очень оперативная. Инна, если кому нужны контакты, пишите под комментариями, я дам ее контакты. Она быстро отвечает хорошо, там на проверку вам присылают анкету, вы там проверяете, если что-то корректируете, и все. Услуги ее стоят 50 тысяч корейских вон. Ну и все. И консульский сбор уже там вы оплачиваете. А это можно оплатить, кажется, в любом банке. 36 тысяч корейских вон. Вот меня записали на январь, на определенное время. Нужно взять будет с собой оригиналы загран и российских паспортов, оригиналы и ксерокопии. Я сейчас пойду сделаю ксерокопии и фотографии. 3, кажется, фотографии, 3,5 на 4,5. И все, и будет у меня новенький паспорт. Вообще они предупреждают, что этот паспорт будет 5-летний. Есть еще 10-летний, но девочка, которая дала мне контакты этой девушки Инны, сказала, что ей тоже говорили, что будет 5-летний, но возможно, а по факту, когда она пришла получать, ей начали оформлять, ну не получать, а предоставлять оригиналы документов. Там еще такая промежуточная встреча. По факту ей сказали, что у вас будет 10-летний. То есть там какие-то появились банки, бланки. Что-то, чего-то не было, а потом что-то появилось. И вот ей уже, у нее паспорт уже готов. Ей, в принципе, уже, говорит, можно ехать получать паспорт. Вот она сейчас работает. Ей тоже нужно отпроситься. Ей надо в будний день или понедельник, среда, пятница. Сказали, подъехать можно взять. Ну, возможно, мы вместе с ней поедем, потому что у меня на понедельник как раз назначено предоставление оригинала документа. Возможно, мы вместе с ней поедем, потому что я ни разу не была в этом российском консульстве. Но я думаю, несложно найти. Она была там уже несколько раз. Да, возможно, вместе съездим с ней в Сеул. Сделаем документы. Возможно, немножечко погуляем. Конечно же, видео сниму вам. Это будет через неделю. Следующий понедельник. На работе я уже отпросилась заранее. Вот. Ну, все, такое видео. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, если есть вопросы, кому тоже нужно в Корее оформить загранпаспорт российский, я дам контакты этой девушке. Возможно, она даже и оформляет не только российский загранпаспорт, не только для россиян, возможно, и граждан Узбекистана и Казахстана, я не знаю. Можно будет у нее спросить. Ну, все, надеюсь, видео было интересным, полезным. До встречи, я пошла фотографироваться.